привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 октября. У нас на улице утром минус 2. Все покрыто инеем таким, как бы, ну, как искусственный снежок, который появляется при замораживании влаги на земле. Все. Я сейчас подошла вот к этим томатам, которые я показывала месяц назад. Сумасшедшие вишни Барри, которые у меня в каталоге под номером 224. Еще раз напомню, что сначала я их называла сумасшедшие ягоды Барри, но потом зрительница Александра, которая очень хорошо разбирается во всех сортах томатов, поправила меня, сказала, что нужно говорить правильное название сумасшедшие вишни Барри, и не нужно искажать название, чтобы потом, ну как не было вот этих путаниц сортов, когда название мы произвольно меняем, а потом другие люди запутываются. Ну, я согласилась с ней, да, почему бы не прислушаться к совету умного, понимающего человека. Будем стараться называть все сорта правильно, так, как их назвал первоначально автор. Напомню еще раз, что автор это американец Брэк Гейтс. Создал много-много-много прекрасных сортов томатов. Особенно он славится всякими экзотикой, новинками. Вот это тоже сорт коллекционный, сорт очень редкий. Выращиваю впервые, и именно поэтому я его так долго мучаю до октября. 7 сентября, ровно месяц назад, ну почти месяц назад, я снимала этот же самый куст. Было видео под названием «Спасение сумасшедших ягод Барри», где я говорила, что я повешаю вот этот куст у себя в теплице придомовой, чтобы посмотреть, ну чтобы сохранить, спасти их, чтобы последние поспели. Потому что для чего я вот так мучаю эти томаты? Смотрите, когда попадает сорт томата впервые в руки, ладно, поспел он летом, красивенький такой, вкусненький, но ведь нам нужно, мы хотим, лично я хочу узнать о томате все его достоинства и недостатки, то есть изучить со всех сторон, а одним из основных критериев, по которым многие из нас выбирают сорта томатов, это продолжительность хранения. То есть мы хотим узнать всегда, как долго будет храниться наш томат и как он будет вести себя при дозаривании. Есть томаты, которые положишь на хранение, ну или вот так же повешаешь, и ягодки не вызревают, ну не ягодки, а вообще плоды, а сразу начинают или гнить, или чернеть. Ну короче, они плохо доходят до полной биологической зрелости. Вот этот куст, когда я повешала, все были зеленые, ничего здесь желтого не было. Желтые спелые я все-все обобрала. Теперь мы видим, что вот от основания, как идет основание куста, вот так идут. Спелые. И тут спелые, и только на самой макушке, ну вот это она сейчас внизу, а была она макушка, вот там, где маленькие-маленькие зелененькие, они не поспели. И причем, вы смотрите, я не прикасалась, вот как он висел месяц, вообще ничего не трогала. Если бы я оббирала, как гнилые, они бы были как редко. Но вы видите, грозди, они как были первоначально, так и висят. И тут можно посмотреть наглядно ни одной испорченной помидоры. Вот прям 5 с плюсом вот этим сумасшедшим вишням Барри за месяц, пока они дозаривались, хранились. Ни одной испорченной помидорки. И это, знаете, еще добавлю, что у них было здесь сложные условия хранения, потому что тут была жара. Если бы я их положила, например, на хранение в подвал, как я говорю, для длительного хранения, там, где температура прохладная, где влажность им, которая подходит, и они бы созревали, конечно. Ну и можно было бы, например, им бы там было легче созревать, короче, так. А здесь на жаре, вот обычно, когда жарко, высокая температура, ведь томаты очень быстро портятся. Тут нет ни одной, вот вообще ни одной, что они меня удивили, ни одной испорченной помидорки. Вот 100% выход, сколько вот мать природа родила, и все они целенькие. Я еще хочу, так как здесь уже мороз, у меня дверь, видите, открыта, я не закрываю дверь, потому что там еще вот у меня лотки стоят с помидорами, не все, которые я переработала.
Я еще хочу попробовать вот эту малышню, самую-самую мелочь, обобрать в лоток и еще раз их помучить, спустить еще в подвал, потому что здесь уже, ну, около нуля температура ночью. Может быть, этот будет сорт тоже рекордсмен по хранению, как в прошлом году у меня многие долежали до Нового года, например, банан-оранжевый, перцевидный оранжевый, потом это оранжевая сливка, казанова долго пролежал. Ну, все такие мелкие и перцевидные или сливовидные. Вот. Для тех, кто не видел предыдущий видеоролик, в каком виде я вешала этот курс здесь, я ссылку к описанию к видео добавлю. Но для тех, кто не знает ничего об этом сорте и вот впервые видит на моем видео этот сорт, я вам напомню, что это американский сорт, коллекционный, необычайно урожайный. Это он у меня висит после сбора урожая. Я же вот сняла, которые на улице поспели. Можно выращивать в теплице, можно выращивать на улице. Но сам, ну как сами люди, которые занимались этим томатом, они рекомендуют, что выращивание на улице дает больше урожая. Вот этот у меня лежал на улице, рос, врастил по земле. Индетерминантный, очень такой длинный вырастает. Потом... Что еще? Ну, еще про декоративность. Конечно, эстетическое наслаждение. Он очень декоративен. Цветы, завязи, плоды, все это одновременно. Одни цветут, другие уже завязались, третьи уже поспели. Плодоносит до заморозков. Если бы я его с улицы не выдернула и сюда не притащила, он там бы, возможно, весь вызрел. Но мне нужно было его убирать, потому что у меня началась подготовка грунта. Там надо было насыпать перегной, землю. Все это я вам уже рассказывала. Поэтому мы его сюда эвакуировали. И вкус сладкий и с таким, с фруктовой ноткой. Такой какой-то необычный. Видите, он и не очень... Он и по цвету это какой-то как... матовый такой, молочного цвета, с носиком, с очаровательным, очень красивые. Когда на блюдо его я набрала и в чашку на блюдо выложила, впечатление, что виноград. И когда его ешь, во рту тоже впечатление, что виноград. Ягодка вот эта вот, помидорочка маленькая, лопается, прям сок брызжет. Ну, очень интересный, такой необычный для нас. Ясно, что у нас в сибирском регионе, конечно, другие томаты. Вообще, я сама, я уже говорила, я не очень любительница черри, у нас маленьких детей нет. Вот куда столько малышни сейчас девать? Наросло. Маленький внук еще не ест, выплевывает, помидоры не понимает. Все, но сорт великолепный, очень такой. Хотя бы для того, чтобы было красиво в огороде, для вот этой декоративности его, я на будущий год его обязательно еще посажу. И, конечно, я уверена, что найдется много таких любителей экзотических сортов, кто захочет на своем участке видеть вот эти сумасшедшие вишни Барри. Ну, честное слово, правда сумасшедшие. Все, до свидания.